кино Игорь Лифанов практически всегда изображает брутальных мужчин, которые могут защитить тех, кого они любят. В реальной же жизни актеру часто приходилось делать больно женщинам. Причинам тому – чрезмерная любвеобильность популярного артиста. В эфире программы «Судьба человека» Лифанов признался, что его первый брак был обычной студенческой ошибкой. Отношения просуществовали всего несколько месяцев, и в итоге привели к неминуемому разводу. «Мы сейчас не ненавидим друг друга. Назовем это так. Можем поздороваться, но этим все ограничивается. Я не понимаю людей, которые дружат с бывшими женами и пассиями. Виноват в расставании, конечно, я. В отношениях с женщинами сволочью всегда становился я», — признался артист. А вот со второй супругой все было гораздо серьезнее. Игорь и Татьяна прожили в браке 13 лет, но однажды все-таки решили развестись. Причиной тому стала измена Лифанова. На съемках сериала «Спецназ» артист влюбился в Елену Косенко и больше не мог думать ни о ком другом. «У меня не было выбора. Но при этом я прекрасно понимал, что ломаю судьбу другому человеку. Именно поэтому мы с Леной старались вести себя тихо, чтобы от нашего счастья не было кому-то больно», — подчеркнул Игорь. Еще одним тяжелым моментом стало выстраивание отношений с дочерью Анастасией от второго брака. По словам Лифанова, девочка не сразу приняла новость о разводе родителей, но постепенно смирилась с переменами. Сейчас Игорь находится в прекрасных отношениях с наследницей. На Елене актер женился лишь спустя 9 лет отношений. Сейчас влюбленные воспитывают общую дочь, не уставая демонстрировать семейную идиллию. «Я с первой же встречи понял, что это то самое, что я влюбился. И сейчас ничего не изменилось. Может быть, стоило жениться через год, а может и сразу», — признался Лифанов. Насыщенная личная жизнь ничуть не мешает артисту в покорении новых карьерных вершин. Его фильмография то и дело пополняется новыми яркими амплуа, а сам Лифанов привык много работать, чтобы сделать жизнь своих любимых женщин максимально комфортной.